Богомолова и Виторгана жестоко высмеяли из-за связи с Собчак. Личная жизнь телеведущей Ксении Собчак стала поводом для шуток. Судя по всему, народ еще не скоро забудет двусмысленную ситуацию, в которую знаменитость попала около года назад. На YouTube появился очередной выпуск шоу «Coming Out». В юмористической игре на грани фола на этот раз приняли участие лидер группы Little Big Илья Кусыкин и телеведущая Регина Тодоренко. В рамках проекта музыкант должен был написать в инстаграм-аккаунте Николая Цискоридзе гнусные сообщения. Текст послания оскорблял Ксению Собчак и ее мужчин, бывшего и нынешнего. Если Богомолов и Виторган так хотели потереться шишками, то зачем им понадобился этот сомнительный посредник Ксения Собчак? С недоумением озвучил текст Илья. Как оказалось, Пусыкин не знал о событиях, произошедших в жизни Ксении Собчак за последний год. Смысл написанного музыкант не понял. Телеведущая Регина Тодоренко решила помочь сопернику. В трех предложениях она рассказала о жизни Ксении Собчак, что вызвало у присутствующих дикий смех. Жила-была Ксения Анатольевна Собчак. Родила сына от Виторгана. От Богомолова еще не родила, но к нему уже ушла. Была свадьба, сообщила Тодоренко. Я сейчас реально жалею, что не слежу за всем этим. Прям реально сериал такой. Удивился Илья Пусыкин, а после этого опубликовал обидное сообщение.